Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу рассказать про свои покупки, то, что я приобрела в магазинах. Вот я купила целую коробку чупа-чупс, шоколадные шары с изображением Винкс. Тут должны попадаться фигурки, также колечки, но другие аксессуары, точно не знаю, вроде фигурки-колечки. Также я приобрела в магазине последнюю коробку. Наверное, это будет последняя коробка университет монстров для дверек. Тут должна попасться одна фигурка. Я ради нее только покупала эту коробку. Ты более, наверное, одна единственная. Также большая коробка у меня, как иди, Шумкис, 4-й сезон. 5 фигурок в одной коллекции. Еще 5 фигурок в одной коробке. Посмотрим, что же получится. Соберется. Что? Какие там редкие фигурки, интересно. Также я купила Зомби-Зити. 3 фигурки. Тут должна попасться 48 коллекции. Интересно. Мне они очень интересны. Ну, интересно посмотреть, что попадется. Также купила пакетики. Я никогда не открывала Юху и его друзья. Бить, пляж. Ни разу я их не открывала. Интересно было бы узнать, что получится. Мне просто очень интересно. Также купила 5 яичек вот таких интересных собачек. Оказывается, здесь может попасться не только собачка, но еще и аксессуары. Я ни разу не открывала, посмотрела по видео, что это такое. Также нашла там же яйцо вот такое интересное. Войны. Даже индейцы. Войн. Интересно было узнать, что там попадается. Также я купила. Да, но не открывала. Углис Pet Shop. Уродливый зоомагазин. 2-й сезон. О, господи, 1-й сезон. 2 фигурки должны попасться в одну коллекцию. Также я нашла пакетики Шопкинс. 4-й сезон. Я открывала, но еще хочу посмотреть, что же может там попадаться. Также последнюю хватило монстры на колесах. Также вот такую нашла. Marvel 500 какой-то. Сколько тут фигурок, не знаю. Интересно посмотреть. Также нашла вот такой Крэшлингс. Я такой открывала, но, наверное, на видео не показывала. За кадром открывала. Также я ни разу не открывала Лала Лупсики. 2-й сезон, ну или не знаю, короче, новый сезон. Такой ни разу не открывала. И последнее, что я купила, это вот такая коробочка 3-го сезона Майнкрафт. Должны попадаться фигурки. Я такую одну уже открывала, или 2, я уже не помню. Хотелось бы еще посмотреть, что же на них может попадаться. И на сегодня это все мои купленные. Это все мои на сегодня купленные сюрпризы, пакетики, шоколадные яйца, все такое. В ближайшее время, может быть, я открою их. С вами была Юля. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Всем пока. Бай-бай-бай.